Итак, что нужно для установки форточного блока? Первым делом нужно подготовить поликарбонат, то есть прорезать в нем треугольник. Вот у нас поликарбонат согнут пополам, тут цельный лист. Если из двух листов, в принципе, все то же самое. То есть сначала отмеряем. Сколько от края у нас? 25, да? 25. И потом нам нужно ширина форточного блока минус сантиметр, да, примерно. Отмерили. Затем от середины отмеряем высоту. Высота тоже нужно померить. Форточные блоки бывают 90 сантиметров, бывают 1000. У нас нынче какой? 90, да? У нас 90. Значит, 89. Все, получились точки. Сейчас эти точки, от точки до точки нужно прорезать. Мы сегодня выбрали самую ветреную погоду, поэтому вот я стою, держу поликарбонат, чтобы не улетел. Напарник у меня будет резать. Можно сразу планку приложить, прижать и ножом, кому так удобно. Можно сначала нарисовать, потом по линии ножом прорезать. И вырезаем треугольник. Все, вырезали, и треугольник по линии сгиба пополам режется потом. Поликарбонат, вырезанный под форточный блок, установленную теплицу. Сейчас мы устанавливаем торцевой профиль, чтобы туда ничего не попадало. В соты. Далее начинаем установку обрамления. Чем мы его? А вот так вот прикладываем уголок, отмеряем. Нас интересует длина. Надрезаем одну полку, загибаем и подсовываем его под поликарбонат с одной стороны. И там он между коньками, да, ставится? Да. Между коньками. Все. Так, давай я один подержу пока. Вот такой вот уголок. Снизу поджимаем тоже промеж коньков. Два уголка с обрамления. И сверху сейчас будем прикручивать вот двумя саморезами сквозь коньки. О, раз. И второй также. И сразу же прикручиваем обрамление к прогону. Карбонат к форточному блоку саморезами в заранее подготовленное отверстие. Устанавливаем форточный блок в проем, ложим его на уголок, вот на этот широкий, он за него цепляется, получается. И сейчас стяжками вокруг конька форточные блоки нужно связать. По две стяжки в одно отверстие.
кладем блок на место, центруем его, проверяем. И затягиваем стяжки. Со всей дури тянуть не надо, так, чтобы прижался он. Все, форточный блок смонтирован. Вот так это выглядит снаружи.